Всем привет! Биткоин у нас уперся в покупателя локально, как мы можем видеть по ТРДРке. И вроде как давление продавца немного ослабевает. Но это пока не подтверждено. Да и выглядит все очень слабо. Как бы мы не удержали лоу, не удержали вот этот лоу, потом не удержали вот этот лоу, пробились ниже. И, конечно, настроение сейчас наверняка очень медвежье, потому что эта парабола закругляется вниз, посмотрите. Но те, кто так настроены, возможно, упускают тот факт, что, ребята, смотрите, отдаляемся на 4-часовой таймфрейм и видим следующую вещь. Бычью дивергенцию на желтой точке на 4 часах. То есть это как минимум то, с чем стоит считаться. Это по классике отыгрывается вот куда-то туда. Но что самое прикольное, что если мы отдаляемся на дневку, или еще лучше даже на недельку, ну на дневке это тоже видно, то мы видим с вами, что это фрактальная бычья дивергенция внутри большей громадной бычьей дивергенции, которая тоже все еще валидная. То есть о чем это нам с вами говорит? О том, что даже если вы покупали по 20 или по 24, давайте обозначим эту зону, даже 20-25, если вы покупали, то это все равно еще офигенная зона с учетом этой бычьей дивергенции. Посмотрите, у нас здесь понижающиеся лои, о которых мы говорили. Мы рассматривали этот вариант. И да, это тот вариант, который произошел. И я думаю, что все еще на балансе вероятности это ложный пробой, и мы отскакиваем наверх. И даже эти покупки по 20-25 будут достаточно хорошие. То, что я вам напоминаю, что на макрофибе, вот у нас от коронадампа до all-time high, мы в целом-то все еще на 78-й фибе. И, возможно, это ложный пробой с потенциальным очень сильным отскоком на двух вот этих бычьих диверах, которые мы с вами посмотрели только что. Вот, поэтому смотрите сами. Все ссылки в описании. Я торгую этим на Bybit. Выхожу, перезахожу ниже, то по стопу, то по профиту. Выхожу, но тем не менее накапливаю позицию именно в лонг. В основном по биткоину, но по многим альткоинам тоже сейчас, походу, будут сильные движения. Надо смотреть еще обязательно за эфиром. Потому что эфир-то, в отличие от битка, у нас не переписал лоу. Не сейчас, на 4-часовом. Не на недельном таймфрейме, посмотрите. И тут никакой бычьей дивергенции нету. Поэтому тоже интересный вариант. Если сейчас нас ждет бычий сценарий, то эфир просто улетает в космос. А если медвежий, то что будет по эфиру? Напишите в комментарии, что вы думаете. Ставьте лайк обязательно этому видео. И подписывайтесь к нам на канал. Всем профитроли, удачи и до следующей встречи. Пока.